И всем пашки, с вами снова я, Лазер, и сегодня я буду продолжать играть Ледниковый период приключения. Так, у меня у нас уже максимальное это количество ягод. У нас вот это что у нас? Может, зайдем туда? А, смахнуть. Ну, давайте смахнем, может, что-то выиграем. Этот он на желудей? Нет, мы выиграли. Это что у нас? Ракушки. А, то есть это у нас как ежедневная лотерея. Не, ну этих ракушек хватит, в принципе. Так. Играть. Давайте еще раз сыграем. Просто мне интересно, что-то классное будет. Так, ой, ребят, мне опять звонят. Пауза, ребят, реально, сожалею, но реально пауза. Так, все, ребят, мы продолжаем. Все, я вот правда надеюсь, что мне больше звонить сейчас не будут. Потому что реально мне самому это уже немножко надоедает. Ладно, давайте откроем здесь. Мы все это нафиг уберем. О, мы выиграли эту классную штуку. Это везение у нас. Открывайся. Ракушки. Так, построить мост можем? Нет, ну... Ничего себе, что-то нужно. Карта сокровищ, мы ее открыть не можем. Где сейчас? Мы сейчас вот здесь. Давай тогда разбирать все. Да. Все, мы все убрали. О, ракушка. Там что-то крутое. Еще одна ракушка. Слушайте, это у нас настоящее открытие кейсов. Так. Давайте попробуем здесь убрать все это. И откроем золотую ракушку. О, чертеж, новая карта у нас, кажется. Так, ой, что нам выпадает? Ягоды, супер. Это то, что нам сейчас в данный момент реально нужно. Так. Так, может сейчас домой пока вернемся, потому что мне нужно улучшить хранилище ракушек. Вот, улучшим ракушки. Акции, что это называется? Окей. Так, еще ягоды соберем. И, ой, ребят, я случайно нажал на видео. Ребят, серьезно, случайно. Блин, а можно не будет видео никакого? Хочу видео. Ошибка. О, видео ошибка. Ура! Ладно, давайте сыграем еще раз. Блин, мне понравилось лотерею играть. И мы выиграли золотой. Блин, мы не выиграли золотой. Мы выиграли ягодку. Че это? 150 ягод. Вот эта ягодка. Вот эта ягодка дает собрать. Так. А что мы выиграли? Мы выиграли еще кое-что. Так, и играть. Так. Мы выиграли какую-то трубу. Соломинка. Ничего с ней делать. Собрать, может, она нам понадобится. Так, и играть еще раз. Давайте только в эту сторону. Так, а мы выиграем сейчас какую-то... Нет, мы выиграли ракушку. Ладно. Ракушки. Собрать. Еще. Ну и последний раз давайте. Потому что мне так нравится все-таки открывать эти кейсы. В их целый день открывал. Я хотел холодильник. Хотя ладно. Сюрикен, но мы можем кидаться или драться. Или... И он просто бесполезен. О, предметы. А, то есть они нам понадобятся. Ну ладно, ладно. Так, мы сначала покормим тут всех. Этих мы покормим. Этих мы покормим. Тут мы построим. Так, ребят, мне что-то опять звонят. Или... А, одни мне звонят. Стоп. Я не хочу, чтобы мне вот в данный момент столько звонков было. О, дерево с бабочками. Мы его не можем купить. Так, нет, все-таки мне звонят, ребят. Пауза. Так, все, ребят, я ответил на все звонки, чтобы вы реально не звонили мне, потому что, ну, реально это бесит. Так, построим кактус. Все, у нас есть кактус. Так. Что у нас тут есть еще? Тут у нас... Откроем лотерейку. О, желудь. Сколько? Один.
Вот это тут, тут откроем, вот тут откроем. Все откроем. У нас открытие кейса. Потом мы богаче и уже скоро станем. Так, тут у нас что? Вот, то мне там нужно. Даже смасти медведя, только если мы до него вообще даем. А ракушка. И там должны ягоды. Желт. Тоже неплохо. Мы должны пробраться. Все расчистить. И ракушку дали. Нам придется обновить домик. Тогда мы сможем спасти. То есть мы не можем его спасти. Ой, коварность. Мне осталось чуть-чуть расчищать, чтобы, ну, больше так ягод хватило. Факел. Ничего нам, я не знаю, но мы теперь пробираемся вот к этой ракушке. Или это вообще не ракушка? А, это... Я забыл, как она называется. Это. Хотя нет, это по-моему раковина. Так. Вроде бы все расчистили здесь. Ну, кроме этого медведя. Да, тут уже почти мы все обчистили. Тут еще что-то есть? Да, тут еще что-то все-таки есть. Это убегаем и возьмем раковину. И в ней посох. Найден чертеж. Скрэп. Чего? Какой-то чертеж, короче, найден. Ладно, мы возвращаемся домой и посмотрим, что это за чертеж. Может, где-то тут есть и Диего. Закот на карту посмотреть. Новый снегопад. Нам нужно сюда, чтобы начать следование. Спасти всех родителей с предыдущего острова. Ага. То есть, стоп, нам тут одного медведя только спасти? Да, одного медведя. Новый снегопад. Ну, мы пока не можем еще ничего сделать. Или дом уже построен. Где-то дом. Ладно, потратим. Окей. Вот ради медведей. Да, медведи. Покормить. Никого нет, конечно. Ничего, покормить тоже мне плохо было бы. Так, где медведь? Миша! Вот он, Миша. Потом мы пойдем спасать Диего. Так, может, и сердечко. Ходов у меня не так уж и много. Так. Так, как мы будем действовать? Тут надо прям головой даже немного подумать. О, гляньте, огненный. Нужно вот так вот. Пью. Давайте, двигайся, на. Ой, 13 уже осталось. Это плохо, на самом деле. Так. Теперь нам нужно увести одну из этих. Так. Да, все-таки мы выиграли, мы спасли этого Мишу. Саблезубый медведь! Ого! Полярная. А, хотя, может, у него и должны быть такие клыки. Господи, медведь так рад. И так тоже что-то рад, я что-то тоже рад за медведя. Так, ну все, мы спасли этого Мишу. Теперь можем отправиться на новые земли. О, нам еще и ягоды нужны. Ну, конечно, немножечко обидно. Так, мы можем сыграть еще вот? Я еще нет. Больше сыграть я не могу. А, бесплатно через столько. Древние скретуи. А, нам нужно, то есть, чертежи, чтобы тут что-то открыть. А сколько их надо? 20. Слушайте, я хочу открыть остров с динозаврами. Я не знаю, зачем, но я хочу. Так. Ну, мне нужно явно много ягод, так что надо поплыть за ними, искать их, раскрытие всего, что нужно. Так, родители, бонус. Так, я все собрал. Мне нужно найти ягоды. Где мне их найти? Такой вопрос неожиданный. Тут что-то я не прошла. Должна еще ничего сделать. О, можем здесь. Давайте, ягодки, нам мне нужно как можно больше ягод. Нет, не выпали.
Я сколько тут 22 ракушки. Ну, ладно, вот, знаете, как-то неплохо. А поплывем, наверное, где еще? Вот тут мы не были. На 84%. Вот сюда мы и поплывем. Это сюда на кассу надо. А это что? А, это и есть новый снегопад. Значит, зачем нам сюда? Тогда нет, мы другое хотим. Чтобы исследовать, спасти всех родителей с предыдущего острова. Тут есть пират еще один. Тут есть Диего, которого необходимо спасти. Я бы тебя с радостью спас, Диего. У нас бы уже была целая армия. Так, открываем здесь. Ну, блин, это не то, что нам нужно. Ты что? Ну, где бонус? Бонус где? Бонуса нет. Так, ясно. Тут вообще ничего нет. Ладно, выплывем куда-то в другое место. Были ледяные острова. Морозные земли. Пойдемте. Морозные земли. Морозные земли. Так. Открываем кейс. Ну, пожалуйста, ягоды. Ягоды. Блин, мало так. И уже успел их потратить. Ну, мало ягод на самом-то деле. Мало. Нам нужно гораздо больше ягод. Тоже их мало. Может, вас покормить, я не знаю. Мы кормили вас. Тут мы кормили. Вот тут мы кормили. Ешьте. А, и сразу ягоды стали тоже. То, что нужно, прям. Отличный зверь. Ну, это опять случайно нажал. Думал, это то ли кисть, то ли еще. Ну, ладно, ребят, в принципе, я пытался как-то сделать крутую серию, но при этом мне постоянно звонили. Ну, в принципе, я хочу всем сказать всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Лазер. Всем бай-бай.